Надо терпимо. Кто бы подумал, что вы в час нужды обратитесь к нам за помощью. Да сам в шоке. Угощайтесь. А выпечка не дороговата ли? Мы разоримся на хавчике. Ну а завтракать нам чем прикажешь? Овсянкой в пакетиках. Овсянкой в пакетиках. Издеваешься? Почему издеваюсь? Она на вкус как песок. Потому что это натуральный продукт. Органика. Какая органика? Песок. Завтрак, заряд бодрости на весь день. Между прочим, мне сахаром там посыпь, метку добавить, да чего угодно. Стоп. Так, да хватит вам! У вас есть дела поважнее. Это что, мой стол? Да. Да? А почему он меньше всех? Но тебя же не было, когда их распределяли. Прощелкал момент. Так я же под арестом. Да. И это даже не стол. Это рухлядь какая-то. Но признайся, что ты его на помойке нашел. Взял в комиссионке. То есть ты на мне экономишь, да? Так. Хоп! Все, не будем отвлекаться. Ближе к делу. Сосредоточимся на лаборатории. Боже.